Всем здоровеньки, друзья, с вами Бурундук, и сегодня я продолжаю играть на нашем приватном сервере, и вы, наверное, заметили, что я нахожусь в каком-то другом месте. А почему? Потому что сегодня у меня в гостях самый крутой мой друг Бадди. Поздоровайся. Всем приветики. Ну что, мы сегодня чем будем с тобой заниматься-то? Я как понял, нам нужно тебе дом, да, помочь построить, в принципе. Ну да. Ну давай пойдем что-нибудь поделаем, я тут, в принципе, дуба принес, тебе там что нужно делать, говори. Ребятки, мы тут еще, смотрите, что сделали, вот такие вот, вот таких лошадей себе, наркоманских, вот так как-то, вот таких лошадей, в общем, сделали, вот эта лошадь Бадди, вот эта беленькая моя, помните, она как бы у нас там стояла, но я ее сюда вот принес. Такие интересные лошади, круто, ой, тихо. Давай, выходи. Тепушка. В общем, мы калитки закроем. Ну давай, показывай, что тебе делать. Ой, подожди. А что тут появилось? Почтовый ящик. Бадди, я же не делаю почтовый ящик. Да, ну-ка давай посмотрим, что там. Ну, это, наверное, тебе, в принципе, ты прочитай. Давай. Да. Что там? Приглашаю в гости Бадди от Джонакса Куиквей 24. Ух ты, прикольно. Ну, я думаю, ты к нему в гости-то сходишь, да? Ну, нас пока что еще не приглашали, но мы сегодня у тебя в гостях. Ну, давай, показывай, что тебе нужно делать. Так. В принципе, помогу. Пойдем в дом. Ну, тут Нига Джей уже все, тут, в принципе, начал делать, и тут осталось крышу и декорирование. Ну, вот давай я тогда начну, и я вот тут у меня лесенки есть, подожди, я вот так сделаю, чтобы, если что, я мог на крышу забраться, хорошо? Вот, хорошо. Прям всё. Вообще удобно. И крышу начну пока тебе делать, в принципе. А мог бы ты сбросить, чтобы я как-то бы там лесенки такие сделал? Ну, чтобы для красоты. Что сбросить? А хотя... слушай, я тут подумал, у меня как-то дом так, если со стороны посмотреть, он как бы корабль. Я подумал, почему бы не сделать паруса, в принципе, мне шерсть есть, и можно этим заняться. Ну, это прикольная идея, но я не знаю, мы сегодня вообще как бы... Давай крышу, да, то есть сначала построим, а потом что будем делать? Ну, давай, то есть крышу достроим, и потом, может, решим, может, какие-нибудь даже паруса сверху что-нибудь сделаем. Штурвал какой-нибудь. Ну, ладно. Так, вот я лесенку пока не буду закрывать, в принципе, пусть она будет. Тебе на второй этаж что-нибудь перенести нужно? У меня, в принципе, инвентарь пустой тут, как бы. Да вроде бы все тут забито, так бы по фэншую, я бы сказал. Потому что, ну, видишь, цветочек, как бы все так красиво сделано. Ага, понятно. Ну, ладно тогда, ну, давай, что-нибудь еще тебе нужно делать? Или, может, мы куда-нибудь отправимся, допустим, ко мне, что-нибудь у меня сделаем? Наверное, давай к тебе. Ну, давай возьмем тогда наших супер-перевернутых лошадей и отправимся ко мне, да? Да. Ну, все, давай, вперед. То есть я свою лошадку... Ой, что это я? Все, отлично. Я беру свою лошадку, вот такая у нас, такая у меня лошадь, и у Бадди вот тоже такая же. Вот сегодня мы вот на таких лошадках бегаем. Ну что, подскакали тогда ко мне? Как бы, да, давай. Странно. Ну все, ух ты, вот тут у нас, кстати, озеро, нужно его как-то... Оп, да, я его не перепрыгнул. Ну, моя лошадь вроде выплывает, как она смешно выплывает. Ой-ой. Где моя? Нужно их подтолкнуть, давай мы их подтолкнем. Оп, оп. Все, вроде бы они сейчас выберутся уже. Да, вот все, они выбрались, в принципе. Ты что там, как? Да-да-да, сейчас давай у меня её... лошадь прямо вот так выходит. К берегу ее подтолкай, давай. Ну, давай. Эй, что ж ты не хочешь ничего? Кстати, спасибо Камелоту за то, что он подарил такую прекрасную лошадь, которая очень наркоманская и очень забавная. Да? Мне очень нравится. Да-да-да, кстати, вот Камелот мне тоже подарил вот эту лошадь белую, то есть он нам обоим подарил этих лошадок, но вот эту лошадку я уже перевернул сам, как бы, то есть, а для Бадди он уже дарил вроде бы перевернутую, да, лошадку, насколько да-да-да. Я помню. Ну ладно, все, мы то есть бежим ко мне, вот здесь тоже чьи-то строения, мы, ребятки, пока в гости ходить не будем, я не знаю, что это, ага, это кубика, все понятно. Но мы как-нибудь потом, нас пока еще не приглашали. Все, мы уже почти добегаем до нашего замка, вот он, вот оно наше королевство. Эй, что-то мы тут... У него такое забавное лицо. Подвисли маленько, ну да, надо будет все-таки сходить и посмотреть, ну как-нибудь мы сходим, даже может вместе, не знаю. Ну, сегодня что мы, давай мы как бы у меня тогда займемся интерьером тогда. Ладно, сейчас я свою лошадь пойдем, как бы их можно куда-нибудь убрать, наших лошадей. В принципе, у меня здесь вот такое небольшое такое ограждение есть. Сейчас я запрыгнуть туда постараюсь. Не влезает моя лошадь. Я думаю, нужно побольше им какое-нибудь ограждение сделать, где у меня забор. Ну, в принципе, их можно, давай тогда мы их в королевстве оставим, думаю, они далеко не убегут. Тем более, у меня там все, в принципе, огорожено. Так,
так что вот как бы вот, вот. Да, да, хорошо. Вот так вот. Не, можно даже вот сюда их вот так убрать, и все, пусть они вот тут у меня. Ну ты так перепрыгнул. Сидят на пробел. Все очень просто. Ну, тогда смотри, вот у меня есть шерсть, сейчас я сделаю картины, и мы можно поразвешивать, в принципе, картины. У меня есть дерево, есть шерсть сейчас. Секундочку, нужно сделать палок нам побольше. Вот, и насколько я помню, картины вроде бы делаются вот так. Да, вот, все, я правильно сделал, сейчас еще маленькую картину сделаю. А ты где? Я вот. Ой, вот он ты. Я тебя ищу. Да. Вот на, иди сюда ко мне, ты где? Сверху. Ух ты, ты ничего себе, ты куда залез? Ой, давай, падай аккуратненько. Ну, на, вот лови половину картиночек, и давай, мы, я тебе сейчас покажу, где нам их расставить. В принципе, давай ты их где-нибудь вот в этой комнате как-нибудь расставишь, я тебе, в принципе, доверяю, как хочешь, так их и расставляй. Вот, а я пойду вон в том, в нашей, то есть во второй оружейной поставлю где-нибудь картины. Как вы помните, ребят, я интерьером-то не занимался. Вот сегодня, я думаю, мы вместе с Бадди что-нибудь такое повешаем тут какие-нибудь картины. Не знаю какие, ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Вот, я думаю, вот такое. О, у меня вроде так красивая картина получается. Прям вот то, что я хотел, так тут получается. Вообще везет. Круто, ну я сейчас приду, посмотрю. У меня пока, оп, детка, не получается у меня картины, какие я хочу поставить, в принципе. Ой, собирайся, у меня картины собирается. Собирайся, собирайся. А я вообще никак не могу двойную картину поставить такую. Так, где мы? Вот. Ой, что-то не то выходит, не хотел я Буратино тут, ну ладно, нет. Что-то у меня с картинами не получается маленько, ну ладно. Ну-ка, может здесь получится? О, отлично получилось, у меня тут Буратино поставился какой-то. Вот, два Буратино, пусть висят у меня два Буратино таких. Я не знаю, ну ладно, и вот сюда какую-нибудь еще картину. Во, в принципе, у меня все выглядит неплохо. Так, у нас, кстати, уже ночь, мы вдвоем можно, в принципе, поспать. У меня две кроватки есть около дома, ну хотя ладно. Думаю, нам зомби не страшны, мы, в принципе, в броне все с тобой вместе. Ну давай. Еще с мечами классными. Ну да, это тоже хорошо. Вот так. Ну-ка, я посмотрю, что ты. Ух ты, у меня как много картин. Ну пусть пока так висит, в принципе. Вот красиво выглядит. Я что-нибудь тоже, если что, подправлю. Вот, пойдем, я тебе покажу, что я, допустим, сделал. Не знаю, чем еще сегодня можно заняться. Как бы я пока еще тоже не решал, в принципе. Ну, не знаю, сейчас. У нас же есть лучшие средства передвижения, кстати, где они? Где наши лошадки? Они где-то вот здесь должны бегать. Нет, их тут нет. Ну давай мы их найдем тогда. А, вон они! Вон они, да, вон ты... они, ну. Что? Это твоя лошадка, так, а где моя? А у тебя, где же твоя? Моя куда-то просто убежала. Можно попутешествовать. Ну да, в принципе, можно что-нибудь поискать, ты имеешь в виду. Кто это у нас? Сейчас я покушаю, маленько покушаю. А тут я нашел ту самую. Какую? А, мою лошадку, ух ты. Ну ладно, ну, садись да. Тогда на свою, я на свою сяду и куда-нибудь. Поскачем в поисках приключений. Ребятки, подарок один разобрал, один здесь пока оставил, так что, ну, не знаю. Ну, поскакали, давай я тогда за тобой побегу, веди меня куда-нибудь. Я, в принципе, немного путешествовал, только за ресурсами бегал, да, ват, в принципе, ходил. А где ты не исследовал еще никогда? Не, вообще никогда. Я не бегал, по-моему, вот за свое королевство. То есть, ну, побежали, сейчас тебе покажу. Да-да-да. Вот, то есть, я бегал вправо только, вот где постройка кубика, вон туда я бегал. А вот сюда вообще как-то я не знаю, пока не ходил ни разу. Но сейчас давай мы с тобой как раз и может сходим. Может быть там что-нибудь интересное? Тебе нужны какие-то ресурсы или мы что-то будем искать, не знаю, что-нибудь такое интересное или что нам вообще нужно? Тут как бы вот такой мостик есть, главное не упади в воду, а то придется нам коня долго вытаскивать опять. Ну-ну. Ой, паучок. Ой, смотри, это зомби, зомби в золотой броне. Где он? Ух ты! Вон он, вон он. Давай вон. Мы его да, с луков. Да-да-да. Опа! Чтоб я с лошади попасть не могу. Давайте я слезу его с меча. Опа, на, получай. Ух ты, мне, ух ты, ничего себе, представляешь, что мне выпало? Мне выпали золотые штаны и золотой нагрудник. Ого, повезло. Может тебе что-нибудь подарить? Так у меня все есть вроде. Мне есть? Как бы золото такое. Ну ладно, такое. Пусть, в принципе, это будет в форме трофея такого. Я пока шапочку на себя одену тоже. Сейчас коня заберу. Нам, наверное, стоило поспать, ну ладно, в принципе. Оп, все, сейчас я к тебе заберусь потихонечку. Ну давай, так, куда мы бежим? Ну, вот пустыня, смотри, какая большая. Давай, ага.
Арабская ночь. Так, ну, блин, ой, мобов как-то много. Давай, давай, беги, нам нужно пустыню пробежать, потому что тут как бы равнины, и поэтому их много. Вот где, в принципе, будут деревья, я думаю, их там не так много уже будет. Нам главное найти, наверное, лес. Очень сильно это надеюсь. Тюк, ой, курятины всякие, кого-то только нет. Ну, в принципе, я думаю, тут есть где развернуться, и что-нибудь интересное мы не должны найти, потому что такое путешествие, оно, ну, как бы должно как-то запомниться. Да, я тоже так думаю, ну, давай, посмотрим. Посмотри, что это? Где? Ух ты, посмотри! Ух ты, да-да-да, я это ты вижу. Представляешь? Только тут зомби. Зомби, ну, давай туда сбегаем, ну-ка, ты где? Давай, сейчас, туда сейчас. Беги. Ой-ой-ой, моя лошадка. Нет. Ну, мы туда. Да-да-да. Так, я сейчас прямо как... Как это называется, кто на коне сражается? Как они называются? Рыцари! Мы с тобой как два рыцаря, Бурундук и Бади, путешествуем в параде. Что-то я такая... Ну ладно. Давай, вылезай, все. Ты вперед к той пирамиде, да? Да, не зря мы все-таки, блин, как-то... Вообще... Ну, интересно, может, тут ребятки ее уже исследовали, так что я не знаю, ну, сейчас мы проверим это. Да, кстати, я об этом тоже не подумал. Ой-ой-ой, тут криперы, будь аккуратней немножко, ай, лошади. Мне кажется, нам нужно... Давайте я, наверное, день поставлю, думаю, наши ребята будут не против, в принципе, а то нам вообще очень неудобно путешествовать, так сказать. Все, как бы нам так будет намного легче с твоей лошадкой, все хорошо. Ну, там, чуть-чуть. Поцарапала, она у меня боевая, понятно. Она уже в броне. Ну, давай тогда, что, туда спустимся, посмотрим, ну, что... Ну, подожди, твоя же лошадь бежит. Ну, сейчас, я быстренько, я посмотрю, там... Нет, там уже кто-то был, как бы, тут если только шерсть, тебе нужна шерсть. Mm-mm. Мне, в принципе, маленько, я сейчас заберу ее, ты можешь за моей лошадкой пока посмотреть? Mm-mm. Я тогда... Ой, я упал. Ну, сейчас я выберусь, у меня есть блоки, в принципе, чтоб я так неаккуратно вообще, сейчас... Оп. Ох, интересно, да, у тебя. Да, как сказать. Все, я выбрался, выбираюсь к тебе, ладно, уж шерсть я потом как-нибудь добуду. Думаю, нам еще и друзья там попрошу у кого-нибудь, может, дадут. Я, в принципе, шерсть на статую на свою собираю. А вон там, смотри, это что, колодец какой-то или что это за сооружение такое? Ничего себе. Ну да, в принципе, ничего такого. А вон там, может, мы сегодня в пещеру или в шахту в какую-нибудь сходим с тобой? Как ты на это смотришь? Или все-таки отправить? У меня факела с собой есть, в принципе, почти стак. Ну, если ты хочешь, так то да, но, блин, как-то темно. А, так тут и пещеры-то нету особой такой. В принципе, все пусто. Кстати, а тебе нужны такие деревья, как акации? Я вот не помню, как они. Вроде бы, да, акации называются. Вон они, в принципе. Если они тебе нужны, можно их как бы пособирать немножко. Если бы я дома начал делать, ну, какой-то в оранжевом стиле, то я бы, наверное, сделал локацию, но нет. Сейчас они тебе не нужны, понятно. Ну, все-таки тогда куда мы бежим, я вообще пока понять не могу, что мы ищем. С какой... Ну... Какие-нибудь пирамиды, которых мы, например, вот эту, как мы видели, да? Ну, раз мы нашли это, я думаю, мы еще что-нибудь найдем, может быть, даже деревню, ну, если повезет. Ну, ладно, побежали. Смешно на этих лошадках бегаем. На перевернутых. Да. В принципе, тут ребятки уже всю местность обследовали, что это я. Так что я не знаю, может, они, скорее всего, уже что-то находили. Ну ладно, мы с тобой еще побегаем маленько. Ой, лава. Это источник, ну, может быть, пригодится, но... Ну, как бы. Ну, так. Ладно. Ай-яй-яй, чуть не упал. Ну ладно, бежим. Там у нас Воу! Печка. Так. Оп. А тут чего у нас? Вот пещерка какая-то. Ой-ой-ой, моя лошадь куда-то пошла. Я посмотреть хочу, что там находится. В принципе, в ней вроде бы никто не был, раз там темно так. Можно и сходить. Ну да, но... Можно откопать для лошадей. Ну, как бы такую... Ну да, давай где-нибудь сейчас. Из чего только? Из чего, я не знаю. Ну ладно, давай какие-нибудь... То есть, лопата у меня вот есть. Так. Так, я сейчас пока слезу, чтоб мне все это побыстрее делал. Так. Оп.
Как минимум 4 на 4, то что они тут теснятся будут-то? Ну да, сейчас. Так, вот. Ой-ой, сейчас вот так, ладно, поставлю. Сейчас выберусь и вот это дерево уберу. Ну все, вот сюда их можно, в принципе. А думаю, они отсюда не выберутся. Ой, так, я каким-то с багом... наверху, да, оказался? Да-да-да. Ну ладно, все, пойдем в пещеру, в принципе. Давай. Походим немножко по пещере, я думаю, можно будет уже заканчивать. Мы и так уже долго так бегаем, все ищем. А где пещера? Я ее что-то... А вот она. Да-да-да. Все, я ее что-то потерял просто, ну ладно. Воронзон, ну... Но... Да ладно, ладно. Ну я какой-то не очень аккуратный, мои зрители-то это уже знают. На, факелов я тебе сейчас дам, давай только мы вот сюда вот куда-нибудь встанем, чтобы нас течение не уносило. Вот я половину тебе факелов кинул. Так, сейчас. А, нет, вот, стой там. Вот, лови. Вон они, лови. Ой. Все, отлично, ты их взял. Поймал. Так, вот, ой-ой-ой. Так, иди сюда, скелет. Скелет еще. Молодец. Так, вот сюда я факел ставлю, я вот угля маленько добуду. У меня, кстати, есть кирка на, не помню, на, сейчас скажу, на шелковое касание. Если тебе что-то надо, то говори, я могу какой-нибудь блок такой достать прям. О, интересно. Хорошо, ну блин, это всегда важно. Шелковое касание тут хорошее. Здесь, в принципе, дальше прохода нет, да, никакого? Ну да, ну вот этим вот и плохо. Шахта. Да, небольшая она, в принципе, оказалась. Я ожидал, это не чуть больше, ну да ладно. Я думал, где-нибудь ты тут, ну, ой, что это? Гравий. Ой, у меня есть такая интересная идея. У меня, в принципе, вот прям около моего дома, есть такая большая очень шахта. Я ее даже не совсем разведывал. Так, я там был всего лишь чуть-чуть, нашел там пару алмазов, даже не пару, я там прилично так алмазов нашел. Можно, в принципе, в нее даже сходить. Ну, давай тогда пройдемся туда. Ну, давай, мы тогда сейчас быстренько туда добежим. Ух ты, смотри, железо. Тебе нужно железо? Не, ну, как бы достаточно его. Лови, пригодится, в принципе. Может, для каких-то... Ну, спасибо. Решеточек, я не знаю. Ну, ладно, все, выбираемся отсюда тогда. Да? Ну, все, ребят, сейчас мы до дома добежим. Итак, ребят, мы шли по нашей пустыне и нашли такую вот, наткнулись точнее, на заповедник, да. Наши умельцы, которые здесь играют на сервере, сделали такой заповедник. И, блин, он выглядит довольно-таки прикольно и интересно. Давайте прочитаем. Заповедник, саванна, запрещено селиться. Ну, типичное правило, скорее всего, для простого заповедника. Как твое мнение? Ну, в принципе, это, наверное, чья-то постройка, это интересно. В принципе, тут, по-моему, вообще ничего еще не построено. Я думаю, мы потом как-нибудь тоже сюда еще попадем. Мы, ребятки, просто вообще как бы заблудились. Вот пока бежали домой и решили, что на сегодня как бы мы уже долго играем. В принципе, это у нас такая серия, как бы мы первый раз вместе вообще записываем. Вы помните, у меня просили, чтобы я с кем-то позаписывал, и вот, наконец-то, я хоть с кем-то записываю. Вот, ребятки, если вам, в принципе, понравилась такая идея, то вы ставьте лайки, пишите в комментариях, в принципе, и мы продолжим, мы поиграем еще на сервере, поиграем еще в какие-нибудь игры. Ну, давай, Бали, говори что-нибудь. Ну, вы оцениваете, давайте, ребят. Так что, вообще, хочу вам сказать спасибо за то, что вы сейчас вообще следите за таким проектом интересным. У Бурундука это королевство Бурундука, а у меня это в гостях у Бурундука, потому что я тут все-таки как гость. Да. Ну и думаю, ребятки, на сегодня хватит, в принципе, мы тоже неплохо так сегодня поиграли, мы с Бади, в принципе, повеселились, и нам пора заканчивать. И если вам понравилось, ребятки, то ставьте большие бурундучие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Бади, ссылочка будет на экране и в описании. Ну а с вами был Бурундук и... Бади, всем удачи и всем пока. Всем пока.